Доброе утро, дорогие любители футбола. Компания в Спорте.ру и Северная лига ЛФЛ приглашают вас на матч 9-го тура дивизиона 2А, в котором сразятся один из лидеров первенства APC. Ну а противостоять электроникам сегодня будут лесорубы, еще совсем недавно выступавшие в первом дивизионе, но вот прошлый сезон не задался у розово-черных, и поэтому подопечные Николая Смирнова понизились, так сказать, в классе, и сегодня являются даже аутсайдером в противостоянии с новичком второй лиги. Но я думаю, что мы все прекрасно понимаем и потенциал, и возможности красно-черных, а поэтому такое утверждение не будет чем-то неожиданным. Так что ли это назовем? Ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев. Стартовые составы играющих команд начинаю представлять я вашему вниманию. Начнем мы с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Лесорубы», розово-черные цвета. Располагаются они в первом тайме справа от нас по телевизионной картинке. Тут есть некоторые проблемы с составом, так называемым, потому что команда прибыла на игру без вратаря, и поэтому в последние моменты внутри коллектива решалось, кто же именно займет место в воротах. Сейчас мы пробежимся по персоналиям основных полевых футболистов. Тогда попробуем разобраться, кто же именно занял место в воротах. Сразу вижу, что в передней линии также есть свои перестроения. В зависимости от того, как команда начала, они могут, естественно, меняться. Но, опять-таки, стартовый состав был предоставлен мне несколько в ином сочетании. Вот, например, Антон Новоселов, номер 6, в старте появиться не должен был. Ну так, давайте я назову вам сначала всех игроков, а затем разберемся по позиции. Сегодня на матч заявлены Василий Макаров, 11, Антон Макаров, 9, Сергей Киреев, 16, Олег Рябченко, номер 8, Павел Чалеев, 4, Виктор Горбань, 24, Николай Смирнов, капитан команды, 7, и Сергей Моисеев, 10. Сразу вижу, что Новоселов расположился на острие атаки, следовательно, Моисеев сыграет чуть ниже. Также в полузащите ему компанию составят Николай Смирнов и Виктор Горбань. В обороне появился Василий Макаров, который изначально планировался как игрок голкипер. Также в обороне есть у нас и Павел Чалеев, а последним действующим лицом у розово-черных на поле является, насколько я понимаю, это Сергей Киреев. Таким образом, в воротах появился либо Антон Макаров, либо Олег Рябченко. Попытаюсь я это в одной из пауз, которые будут у нас в перерыве, уточнить. Что касается APC, то здесь все без сюрпризов, все как всегда. Команда прибыла в полном боевом комплекте, за исключением футболистов, которые травмированы и поэтому принять участие ни при каких обстоятельствах сегодня не могут. Итак, Юрий Байков, номер 1 в воротах, Михаил Лобанов, 14 в центре, Алексей Свинков, 28 слева, Глеб Волков, один из героев последних нескольких поединков, справа. Вахтанг Мепиришвили, 27 в центре поля, Дмитрий Рыбкин чуть правее, 10, и Сергей Трушляков чуть левее, 17. И на острие атаки сегодня появился Иван Тетерин. А у Лесорубов первый по-настоящему опасный момент возникает, но Николай Смирнов принял, наверное, самое сложное решение и пытался пробить, по сути, в одно касание. Что касается тактической схемы красно-черных, тут тоже есть свои нюансы. Понятное дело, что Мепиришвили будет располагаться чуть ближе к центру, а вот Трушляков и Рыбкин, в зависимости от того, как команда будет атаковать, будут перемещаться с места на место. Хотя мы, например, знаем, что тот же Мепиришвили может сыграть и слева в обороне, именно оттуда начинать атаки собственного коллектива. Трушляков, как всегда, достаточно по-летнему одет этот футболист, прорывается и входит в штрафную, бьет, и первый мяч оказывается в сетке ворот Лесорубов. Ну, действительно, с учетом тех проблем, с которыми розово-черные столкнулись перед этим поединком, я имею в виду отсутствие голкипера, первого гола пришлось ждать совсем ничего, 4 минуты потребовалось электроникам, чтобы счет матча открыть. И сделал это главный голеодор команды Сергей Трушляков. Это его 10-й гол в нынешнем сезоне в рамках чемпионата. Горбань.
обыгрывает одного, разворачивается, мяч сохраняет, Макаров бить не стал, отдавал передачу штрафную, здесь Павел Чалеев мог при определенном стечении обстоятельств до мяча добраться, Туршляков обходит издевательски легко одного, и Горбань классно в подкате играет, чисто, без даже намека нарушения правил, мяч отобрал. Здесь с мячом все-таки завозился 24-й номер и нарушил правила. Действительно, штрафной. Главный арбитр встречи игру остановил, а по ногам досталось центральному защитнику Михаилу Лобанову, который сам не прочь иной раз желтую карточку получить. На самом деле это самый, с этой точки зрения, недисциплинированный футболист команды. На его счету уже 3 горчичника. И если вдруг сегодня еще одна желтая карточка появится в руках у главного арбитра встречи и получит ее 14 номер, то следующую игру будет вынужден защитник пропустить. Макаров теряет мяч, обращается к арбитру, пытаясь выпросить у него штрафной, но нет. Такого нарушения правил здесь не было и подавно. Волков обыгрывает Смирнова и нет, даже меня защитник обманул этим ложным финтом, но удара не последовало. Поселов ходит одного. Отдает передачу. Моисеев в штрафную. И здесь Байков спокойно и вовремя, выходя из ворот, мяч забирает. Лобанов. Волков. Снова Лобанов. Ну вот, забив первый гол, красно-черные пытаются забрать мяч под свой контроль. Хотя почему пытаются? Это у них прекрасно получается. Свою фирменную карусель начинают затевать, выжидая наилучшего момента для взятия гола. Вот как, например, сейчас момент был у Вахтанга Мепиришвили. Теперь, когда подопечный Александр Зайчкин ведут в счете, они имеют право позволить себе, могут это сделать, покуражиться впереди, поразыгрывать эффектные комбинации в одно, в два касания, а затем довести дело до вот такого удара. Голкипер в этом эпизоде свою команду выручил. Если вы смотрели недавний, последний выпуск передачи на бровке, то вы прекрасно помните потрясающую комбинацию, которую красно-черные совершили в матче прошлого игрового уикенда в поединке с карт-бланшем. Тогда действительно все было разыграно просто, как по нотам, изящно, красиво и вкусно. И неудивительно, что этот гол стал лучшим взятием ворот за последние две недели и удостоился первого места в нашем традиционном хит-параде. Возможно, сегодня мы какие-то такие вкусные передачи и комбинации увидим. Тем более, что красно-черные уже необходимый задел себе создали. Счет в матче открыли. И вновь таким образом в режиме лайфа вышли на первую строчку турнирной таблицы. Все дело в том, что кроме APC, также 100% результат на старте сезона демонстрирует футбольный клуб Лайнбер. Но в отличие от электроников, экс-Северный Альянс свою встречу 9-го игрового уикенда проводил уже вчера, в пятницу. Достаточно тяжелый поединок состоялся. Закончился он победой 4-2 команды Лайнбер. Футбольный клуб Тандер сопротивлялся как мог, но даже очков в этом поединке набрать не сумел. И таким образом на несколько буквально часов APC уступил пальму первенства и опустился на вторую строчку. Но все это понятно лишь условности. По сути, до своего очного противостояния Лайнбера и APC. Есть такое предположение не только у меня, но и у моих коллег и других экспертов Северной Лиги. Очков команды вряд ли потеряют, если, конечно же, сами себе проблем не придумают. Смирнов прорывается по правому флангу, простреливает штрафную и зарабатывает для своей команды угловой. Хотя, на самом деле, ситуация была достаточно опасной, и момент мог возникнуть, что называется, голевой. Чалеев. Бить ему, конечно, уже не дадут после такого долгого приема мяча. Надежен Сергей Киреев.
Головой выбивает мяч за боковую, понимая, что за спиной у него остались сразу два футболиста в красной форме. И любая оплошность может дорого обойтись его команде. Перешили. Волков. И что? Штрафной. Штрафной зарабатывает Глеб Волков. Продолжу я свою мысль касательно лидеров первенства. Ну так вот, ввиду того, какой ход демонстрируют и электроники, и лайнберреры, действительно велика вероятность того, что первая осечка произойдет именно в матче этих двух команд. Я думаю, что все любители Северной лиги и второго дивизиона в частности ждут этого противостояния. Ну а пока я вам это рассказывал, второй гол в сетке ворот Лесорубов оказался. И вновь автором результативного касания стал Сергей Трушляков. На этот раз пробил он с достаточно дальней дистанции ударом из-за пределов штрафной. Случилось это на 11-й минуте. Возможно, случись такой выстрел в матче высшего дивизиона, и гол был бы чуть более красивым с точки зрения его значимости. Пока лесорубы должного сопротивления в защите сопернику составить не могут. Если в атаке у розово-черных еще что-то получается, команда неплохо атакует и наскоки к воротам Юрия Байкова совершает постоянно, то вот в защите что-то противопоставить техничным футболистам группы атаки красно-черных пока номинальным гостям, к сожалению, не удается. Киреев вновь надежно играет на своей половине поля. Вот в борьбе такой ситуационной лесорубы достаточно неплохи. По крайней мере, даже вот по первым минутам этого противостояния. Но вот когда команда комбинирует, эта команда играет в пас или за счет партнеров, как это сделал Трушляков в начале поединка, тут появляются у розово-черных проблемы. С той точки зрения, вдобавок, что еще и полевой игрок находится в воротах. Очередной угловой зарабатывают лесорубы. Спешит Николай Смирнов, быстро разыгрывается Новоселовым. Чалеев. Неудачная скидка, теперь контратака 3 в 3. Получается, Трушляков тащит мяч по левой бровке, останавливается. Видит подключение партнера, награждает Вахтанга Мепиришвили передачи. Правда, заставил достаточно ощутимо ускориться своего партнера по центральной линии. Но, тем не менее, атаки не получилось, а мяч сохранили. Красно-черный. Моисеев. Отличная передача на Смирнова. Пытается ворваться в штрафную, срезав угол капитан розово-черных, но Глеб Волков этого позволить не мог. Чалеев. Очередное силовое единоборство выиграли розово-черные. Как раз-таки будто в подтверждение моих слов. Маселов. Одного обойти удалось. Это был Дмитрий Рыбкин. А вот на Глебе Волкова. На Глебе Волкове это наступление прекратилось. Ну и первая замена в сегодняшнем матче. Вахтанг Мепиришвили отправляется у нас отдыхать. Иван Тетерин, следовательно, опускается в центр поля, а на острие появляется Василий Милентьев. Ну, насколько мне известно, у Мепиришвили есть проблемы некоторые со здоровьем. Травма не позволяет ему играть в полную силу. И, возможно, не в последнюю очередь именно с этим связана данная замена. Оселов. Бить не стал, играет правее. Горбань бьет. 24-й номер. Чуть выше перекладины. Трушляков. Рыбкин. Отличная передача на ход. Прострел в штрафную. И что, угловой? Угловой зарабатывают красно-черные. Безусловно, когда в твоей команде есть такие исполнители, такие мастера, любой стандарт, это опасно изначально. Особенно учитывая тот факт, что, например, все тот же Сергей Трушляков любит и умеет
забивать прямыми ударами от углового флажка. Правда, вот сейчас, конечно же, не с той бровки выполнялась подача, чтобы такой трюк совершить. Но я думаю, в сегодняшнем матче мы хотя бы одну такую попытку увидим с вами. Опять-таки, с учетом того, что лесорубы действуют без вратаря, я думаю, что в какой-то момент клуб APC это поймет. И тогда непременно мы с вами такой выстрел увидим. Но будем надеяться, что лесорубы, несмотря на все свои проблемы, не рассыпятся, продолжат играть от самого начала до самого конца. И, по крайней мере, интрига у нас будет сохраняться как можно дольше. Осёлов. Смирнов бьет, и его удар накрывает. Волков. Носит мяч вперед. Мелентьев. Вот как расценивать это единоборство? Вроде бы его выиграл Василий Мелентьев. Выполнил он скидку, но в то же самое время первым на мяче при определенных обстоятельствах мог быть футболист в розово-черной форме. Безусловно, когда мяч покинул пределы поля от ноги лесоруба, то понятное дело, что именно EPC выглядит некоторым победителем в этом микропротивостоянии. Но такие моменты, они случаются, наверное, в каждом поединке. И разные комментаторы расценивают эти единоборства по-разному. Абсолютно неточная передача. Небольшое недопонимание возникло между Виктором Горбанем и Антоном Новоселовым. Неудивительно, что мяч покинул пределы поля. Алексей Крылов тем временем у нас в одной из пауз появился на поле. Вот сейчас с мячом как раз-таки 33-й номер. Мелентьев классно ставит спину. Но здесь Виктор Горбань вернулся на свою половину и помог команде защищаться. Лобанов. Рыбкин. Тащит мяч. Дмитрий, не желая с ним расставаться, и вот такую небрежную передачу отдает. Благо, что все для команды закончилось как нельзя лучше. Мелентьев. Уходит от одного и, слишком уж поверив в себя, пустился и дальше. Проход. Вот, поведя в счете в два мяча, EPC, как мне лично кажется, несколько снизил требования к себе. И начал иной раз, что называется, придумывать не совсем позволительные вещи. Совершать. Но в любом случае, команда действительно классно начала сезон. Немногим удается на старте первенства после 8 проведенных игр. Это если брать в расчет только матчи чемпионата, показать 100% результат. Разница забитых и пропущенных мячей просто восхищает. 45-14. На самом деле EPC на данный момент обладает лучшей атакой в дивизионе. Конечно, оборона не самая надежная. Есть команды, которые пропускали и меньше на данный момент. Но в любом случае, когда ты забиваешь столько голов, больше, чем 5 мячей за игру, то иной раз себе допустить какие-то вальяжности можно. Ну а у нас третий мяч вылетает в сетку ворота лесорубов. Автором гола становится Василий Мелентьев. Он подправил выстрел Сергея Трешлякова. Вполне возможно, если бы не трогал мяч 15 номер, то и хитриком бы отметился Трешляков. Но и, конечно же, Мелентьева мы ругать в этом эпизоде не будем. Сыграл как заправский форвард. Ну а какой нападающий в душе не является эгоистом? Покажите мне такого игрока. Байков вступает в игру надежно, не позволяя мячу упрыгать из собственных рук. Ну а здесь уже голкипер лесорубов играет надежно. Макаров. Да, насколько понимаю, действительно Олег Рябченко у нас в воротах у лесорубов появился. Во-первых, Антон Макаров несколько другой фактуры футболист, если мне не изменяет моя память. Во-вторых, Василий Макаров появился
как раз-таки на позиции, которая изначально. Должна была достаться Олегу. Но в любом случае это не все так важно. Важно то, что происходит на поле, а пока EPC играючи просто расправляется с очередным своим соперником по дивизиону. Макаров играет назад. И дальний выстрел. Совсем уж не точно. Байков даже не встал вступать в игру в этом эпизоде. Лобанов. Назад играет на Байкова. Вот и голкипер показал свою технику обращения с мячом. Крылов. Неточная передача. И очередная пауза. Тетерин. О, хороший момент возникает у APC. И очередной мяч в сетке ворот Лесорубов оказывается. И сразу же я извиняюсь перед футболистом. Действительно, это был не Тетерин, а Георгий Беляев, появившийся в одной из последних пауз. И, по сути, в первой же атаке со своим непосредственным участием Беляев отправляет мяч в сетку ворот розово-черных. 4-0. И действительно, дело клонится к разгрому. Учитывая, что, по сути, Байкову вступить в игру хотя бы раз по-настоящему пока не приходилось. Ну а тут случилось то, о чем я вас предупреждал. Желтую карточку получил Михаил Лобанов. Следовательно, следующую игру календарную он пропустит. И к сожалению, наверное, для электроников этот матч будет на кубок. Состоится он на... А нет, все-таки на кубок будет играть у нас Лесорубы. Своего соперника APC только узнал, а вот в расписании этот матч не появился. Следовательно, все в порядке. Здесь еще очередной мяч забивает Сергей Трушляков на 23-й минуте. Следующую игру APC проведет 6 ноября, в пятницу. Этот матч состоится. И сразятся электроники с футбольным клубом «Метеором». «Метеор» — это коллектив, который традиционно свои матчи проводят по пятницам. И неудивительно, что именно в этот будничный день подопечный Александра Зайчкина свою игру проведут. Продолжают красно-черные атаковать. Шляков пытался в одиночку обойти оборонительный редут Лесорубов. Дальний выстрел. Такой, наверное, все-таки больше прострел получился у Глеба Волкова в надежде на то, что кто-то подставит ногу под этот удар. Никто не подставил, и мяч ушел за пределы поля. Штрафной. Зарабатывают розо-черные на чужой половине. Просит Николай Смирнов отодвинуть стеночку на положенное расстояние. Естественно, главный арбитр эту просьбу футболиста выполняет. Посмотрим за подачей исполнение Николая. Совсем она
не получилось. Мяч не перелетел даже игрока, находящегося в стенке. Беляев. А вот так вот делать абсолютно нельзя и не нужно, просит главный арбитр встречи. Успокоиться полузащитника EPC. На самом деле для профилактики, возможно, и стоило наградить горчичником 32-й номер. Налицо была отмашка полузащитника. Трушляков. Абанов. Отличная передача на Милентьева. Нападающий играет еще более классно. А вот Беляев с принятием решения несколько затянул. Неплохо. Неплохо, если действительно так задумывал пробить поворотом полузащитник Лесорубов. Выглядело опасно, но мяч лишь со стойка ворот встретился в этом эпизоде. Угловой. А вот как раз-таки точка для Сергея Трушлякова. Но непосредственно сам подавать Сергей не хочет, оставляя это право партнеру. Подача. Крылов не попадает головой по мячу как следует. А затем уже мяч застрял в чистоколе ног футболистов той и другой команды. Крылов. Покинул мяч пределы поля. От глаз главного арбитра встречи ничего не утаилось. Что у нас там по времени? 27-я минута встречи. Подходит тем временем к концу. И счет у нас 5-0. Тотальное преимущество футболистов APC. Впрочем, наверное, до начала матча в этом, имею в виду, в конечном исходе никто и не сомневался. Безусловно, есть еще надежда на то, что удастся розово-черным провести процесс реинкарнации и перерыв, который совсем скоро у нас наступит, может в этом помочь. Но для этого нужно не пропускать вообще больше в сегодняшнем матче, а сделать это против APC действительно, что называется, сложно. Вы сами видите, как классно атакуют электроники, с каким запасом прочности они действуют. Так что, наверное, второй тайм этого противостояния и тем, и другим нужно рассматривать как подготовку к следующему своему очередному поединку. Ну и, безусловно, не бросать играть в матче этом. Но, судя по тому, как бьются розово-черные, сдаваться и опускать рук они явно не собираются. Абанов. Милентьев. Вроде бы потерял мяч нападающий APC, но сразу же продолжил борьбу. И итогом этого становится очередной мяч Георгия Беляева. Счет становится 6-0. Беляев оформляет дубль. И произошло это на 29-й минуте сегодняшнего поединка. За последние две недели в рамках чемпионата футбольный клуб APC провел в ворота соперника 16 мячей, по 8 в каждом из матчей.
Безусловно, такая высокая результативность не может не расслаблять. И, знаете, есть вот небольшие опасения, что вот как раз-таки к поединку против лидеров, к матчу против Лайнбера, футбольный клуб APC может предстать не то что в разобранном состоянии, но вот несколько вне тонуса, так, наверное, это стоит назвать. Тут, конечно, большая ответственность и большая задача стоит перед тренерским штабом красно-черных. Нужно будет подготовить коллектив к этим противостояниям. Трушляков сейчас мчался к своему покеру в ближний угол, в ближнюю девятку попасть не сумел. И на этом у нас основное время первого тайма подошло к концу. Нет оснований у главного арбитра встречи что-либо добавить. И отправляет он команды на перерыв. Что ж, отдохнем и мы с вами буквально несколько минут, а затем вернемся на поле стадиона на Флотской улице. Возвращаемся мы на поле стадиона на Флотской улице. Подходит к концу перерыв в матче между APC и Лесорубами. После стартовых 30 минут игры впереди подопечный Александра Заячкина со счетом 6-0 трижды отличался лучший бомбардир команды Сергей Трушляков. Дубль на счету Георгия Беляева и еще один мяч в сетку ворот Антона Макарова отправил Василий Милентьев. Удалось мне в перерыве уточнить эту информацию. Действительно, Антон Макаров место в воротах занял. Было решено это за несколько секунд до начала поединка. Установили мы справедливость в этом аспекте. Ну и действительно, не позавидуешь, что называется, Антону. Во-первых, в таком сложном поединке нужно занять непривычную для себя позицию на последнем рубеже. Во-вторых, по сути, Макаров сам себя лишил радости противостояния с таким серьезным соперником, такой классной командой. Ну а в-третьих, за первые 30 минут 6 раз пришлось ему вынимать мяч из собственных ворот. В любом случае, вряд ли этому обстоятельству голкипер был рад. Второй тайм на самом деле сводится к нескольким таким мини-интригам. Сумеют ли электроники сохранить свои ворота в неприкосновенности? К слову, такое совсем уж нечасто удавалось команде Александра Заячкина. Говорили мы в первом тайме о том, что коллектив очень много забивает, радует и себя, и зрителей, и собственных поклонников отличной результативностью, но при этом достаточно много пропускает. И в нынешнем сезоне лишь один сухарь есть в копилке у красно-черных. И случился он, к слову, в матче Кубка Северной Лиги на первом для команды раунде, в котором электроники встречались с представителем третьего дивизиона. И тот матч закончился со счетом 12-0. Что касается поединков чемпионата, то как минимум один гол APC пропускает в каждом поединке. А потому оставить свои ворота в неприкосновенности, то есть не позволить лесорубам забить хотя бы однажды за второй тайм, это такая важная локальная задача. Именно такую цель тренерский штаб в принципе мог поставить в перерыве. Тем более, что игра идет, розово-черные не так часто угрожают воротам Юрия Байкова, но при этом и совсем без опасных моментов не обходятся. Ну а отстоять на ноль — это всегда для голкипера праздник. Вне зависимости от того,
против какого соперника ты играешь и на каком уровне. Крынин играет с Горбанем, а тот отдает совсем неточную передачу. У нас уже и Василий Макаров примерил на себя майку бомбардира и отправился покорять чужую половину поля. До мяча добраться 11-му номеру не удалось. Волков. Разворачивается Глеб. Играет назад на Лобанова. Лобанов, к слову, как я уже говорил, в первом тайме получил желтую карточку. И, следовательно, если я ничего не путаю, следующий поединок, следующий матч чемпионата пропустит. И потому в ближайшей трансляции мы центрального защитника APC не увидим. Чалеев играл налево. Но здесь вновь дефенс ссоры красно-черных крайне надежно себя проявляли. Волков. Байков. А, нет. Извиняюсь. Я перед вами, конечно же, дорогие друзья. С моей позиции достаточно плохо видна часть правой половины поля. И вот как раз-таки одного из защитников я в этом эпизоде не увидел. Рыбкин. Контратака 2 в 2 получается у красно-черных. И здесь как раз-таки Антон Макаров спас свою команду, сыграв именно как защитник. Шляков. А нет, это уже Волков, конечно же, по правой бровке продвигается. Сегодня Глеб еще не забивал, хотя в последних матчах отличается он очень часто. А вот Торшляков последнее касание в этой атаке совершил. Горбань. Смирнов. Макаров. В одно касание возвращает мяч Смирновым. Никто не встречает седьмого номера. А так продолжается. Горбань бьет. И Байков на месте. Показал, что не заснул он за первые 35 минут игры и в нужный момент свою команду выручил. Снова Горбань. Направо Крынин. Еще правее мяч уже в штрафной. Новоселов. Отличная передача. Здесь Вахтанг Мепиришвили разряжает обстановку. Еще один удар и голкипер вновь на месте. Но стоит отметить, что и мяч прямо в него летел. Шлеев. Смирнов, Лесоруба атакуют. Тем временем уже минуты две, наверное, без передышки. И тренерский штаб моментально, насколько я понимаю, APC на это реагирует. И замену проводит. Впрочем, и Лесоруба также в стороне не остались. Бьет с дальней дистанции Крынин. И в очередной раз вступает в игру Юрий Байков. Наверное, вот за вот эти вот неполных 7 минут второго тайма розово-черные пробили по воротам Байкова больше, чем за всю первую половину. Действительно, разговор в перерыве помог. Помог команде. Но вот только действительно мало кто верит, что сумеют они отыграть гандикап в 6 мячей. Вот сейчас нужно было, безусловно, забивать. Но Сергей Моисеев такой передачи не ожидал и по мячу попасть не сумел. Милентьев. Неудачная скидка. Доходит до Моисеева. Ну а того командными действиями мы перешли вместе с Лобановым в окрале. И сразу же разящая контратака. И как сейчас не забивает Иван Тетерин. Бей куда хочешь, но он выбрал именно пробить в ту точку, где оказался голкипер. Члеев. Смирнов и Вахтанг Мепиришвили
Мяч на чужой половине поля перехватывает. Передача налево. Савенков. Нечасто мы его фамилию в первом тайме называли. Подача. И на выходе играет Антон Макаров. Краинин. Моисеев классно избавляется от Лобанова. По замыслу было сделано все правильно. А вот форвард, а вернее Александр Крынин оказался сейчас на позиции нападающего. Эпизод не прочувствовал, открывался совершенно в другую зону. Лентьев отлично играет. И в собственных ногах Иван Тетерин запутался. Еще одна контратака. Моисеев играет налево. Смирнов. Ну, с мячом капитан розово-черных. Макаров, ва-банк начинают идти лесорубы. И вот непременно вот такие контратаки будут случаться. 3 в 3. Атакуют красно-черные. Милентьев играет налево. Трушляков, передача в штрафную. И здесь вновь на выходе играет Макаров. Волков. Будет в штрафную. Милентьев обыгрывает голкипера в верховой дуэли. Но мяч в сетке ворот не оказывается. А Милентьев, к слову, еще и по голове получил от голкипера. Неприятное ощущение испытывает. Но, тем не менее, игру продолжает. Свинков. Еще одна забросная передача на Милентьева. На этот раз Челеев его опережает. Волков. Возился с мячом. В итоге его чуть было не потерял. Мяч и до Байкова дошел. Перешвили. Никто не атакует Вахтанга, поэтому спокойно он продвигался по центру поля. Трушляков догоняет мяч, оставляет его в поле. Еще и в домик прокидывает он футбольный снаряд Сергею Кирееву. Атака продолжается и гол. Забивает Василий Милентьев. Не раз и не два уже по ходу второй половины встречи Антон Макаров исполнял роль либера. И в конечном итоге вот это к такому курьезному немного голу привело. На 41-й минуте 7-й мяч в сетке ворот розово-черных оказывается. И Милентьев, так же как его партнер Георгий Беляев, оформляет дубль. Шляков играет направо. Волков. Чем больше становится счет, тем охотнее Глеб Волков идет в атаку. И совершенно неточную передачу отдает. Контратака 3 в 3. И при том, что Вахтанг не перешили, был отрезан от этого наступления. Удар в подкат. Бросается один из защитников красно-черных. Насколько я понимаю, это как раз таки был Михаил Лобанов. И на себя он этот удар принял. Атакуют лесорубы по-прежнему. Лев. Прострельная передача, удар и гол. Все-таки оказывается мяч в сетке ворот APC. Не удастся им записать на свой счет Сухарь. 7-1. И Антон Новоселов забивает, проводит гол престижа. Новоселов, к слову, является лучшим бомбардиром как раз-таки лесорубов. До этого поединка он отличался в матчах второго дивизиона 6 раз. Следовательно, это его седьмой гол в нынешнем первенстве. Ну а APC упускает очередную возможность сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мипришвили. Пара эстетских движений от центрального полузащитника APC, и заканчивается дело потери мяча. Оселов. Уходит от одного, уходит от второго, но все это пока без продвижения вперед. Горбань. Макаров. Смирнов. Сложный ответный пас обратно. И все заканчивается вот таким простым выносом, который, к слову, получается очень точным. И уже даже в численном большинстве атакуют лесорубы и бездарно свой момент упускают.
Свинков за счет партнера сыграл. Тем не менее, Горбань из борьбы не выключился, и поэтому пришлось с мячом расставаться Свинкову. Трышляков. Находит мяч до Волкова. Снова Свинков. И такое бывает, что Алексей и Глеб показались на одной бровке по эпизоду. Ну и очередная пауза, вызванная тем, что команды проводят очередные в сегодняшнем матче замены. Челеев. Передача направо и вновь ошибка, вновь неточность. Чуть больше полутайма у нас остается до конца сегодняшней встречи. 7-1 на APC ведет в счете. Ни о какой интриге, конечно же, говорить не приходится. Просто наслаждаемся красивым футболом. Множеством забитых мячей. Ну а также старательностью обеих команд. Уж чего точно лесорубом не занимать, так это именно старательности и бойцовских качеств. Крылов, оказывается, на газоне свалили 33-го номера и отправили его на газон. И штрафной, с учетом того, что Сергей Трушляков сейчас находится на скамейке запасных. Это сразу возможность для нескольких футболистов продемонстрировать тренерскому штабу свое умение исполнять стандартное положение. Здесь и Игнат Ясев находится, и Вахтанг Мепиришвили был несколько секунд ранее у мяча, но оба они свое право пробить по статичному мячу уступили партнерам. Ударное исполнение. Мяч попадает в перекладину. Да, неплохо пробил Михаил Лобанов. Ничего не скажешь. А насколько я понимаю, у нас в воротах розово-черных появился Николай Смирнов. Не заметил я эту перестановку. Ну а следовательно, Антон Макаров сейчас находится на поле. Атакуют лесорубы. Крынин. Неточная передача. Тетерин рвется по левой бровке. Останавливается и обыгрывает своего соперника. Отличная передача в штрафную. Хотя, наверное, все-таки Тетерин бил поворотом. И подставлял там ногу Василий Милентьев. Получилось даже более опасно, чем если бы Тетерин пробивал сам. Впрочем, на дальней от нас бровке находился совершенно один Игнат Ясев и сделает туда передачу. Тетерина получилось бы опаснее в разы. Крылов. Сохраняет мяч своей команды. Разыгрывают треугольник у дальнего углового флажка красно-черный и из-под прессинга выбираются. Классно на выходе играет Смирнов. Опережает он Георгия Беляева. Но, тем не менее, мяч остается у красно-черных. Крылов. Терен. Снова Крылов. И Байков. Вот так вот. Ясев.
не находит мяч. До Мелентьева. Пройди, это передача. Миляев один на один с голкипером выскакивал. Терен. Вмещается в центр. На это разбить не стал. Крылов. Убирает мяч под себя. Эстетский эффектно и в то же самое время эффективно. Милентьев. Навес штрафную. Разряжает обстановку Виктор Горбань. Но контратака у Лесорубов сходу не получилась. Тем не менее, по-прежнему они с мячом. Чалеев. Крынин. Снова Чалеев. И отбирает у него мяч красно-черный. Мепришвили. Играет налево Тетерин. Уже в штрафной. Иван. Что, очередная попытка удара? Похоже на то. Похоже на то. Зарабатывают красно-черные угловой. И остается у нас до конца поединка 10 с небольшим минут. Подача. Не дают пробить Василию Мелентьеву. Не сыграет так классно защитник, быть бы гол. Беляев. Играет центр. Тетерин. Очередной удар Ивана, и вновь своей цели он не достигает. Был момент у Тетерина во втором тайме, но он свой момент не реализовал. А теперь Лесорубы в контратаку устремляются, бьет. Практически прямо по центру Сергей Моисеев. Естественно, Юрий Байков такие удары пропускать не намеревается. Чалеев. Бьет четвертый номер. Тут серия рикошетов. Мяч в итоге даже до голкипера не дошел. И что? Просто аут. Просто аут. Никакого нарушения правил. Ясев. Тетерин. На этот раз вновь бьет Иван, и вновь голом дело не заканчивается. Отличная передача. Догонит мяч Новоселов. Безусловно, в этом эпизоде марсельская рулетка уже в штрафной. Удар, и голкипер свою команду выручает. Тем не менее, футбольный снаряд из штрафной не вышел. Ну а Моисеев оказался на газоне, и угловной арбитр встречи выпрашивал пенальти. На самом деле, такие 10-метровые довольно редко ставятся. Возможно, какой-то контакт и был, но уж слишком мизерный для того, чтобы судье указывать на точку. Еще один перспективно опасный удар. И заканчивается дело угловы. 7-1. Напомню, что APC достаточно солидный задел себе создал еще в первом тайме, отправив в сетку ворот Антона Макарова 6 безответных мячей. А вот после перерыва голами команды порадовали зрителей лишь дважды. На точный выстрел Василия Мелентьева розово-черные ответили своим голом в исполнении Антона Новоселова. Но, как я и говорил, ни о каком возрождении интриги речь идти не может. Тем не менее, Лесорубы не сдаются, продолжают атаковать в надежде провести еще один гол престижа. А теперь уже и APC рвется вперед. Беляев, передача на Мелентьева. Потерял ворота Николай Смирнов. Не знаю, почему Мелентьев сразу по воротам не пробил. В итоге отдал отличную передачу обратно на Беляева. А тот запустил мяч, наверное, в два раза выше перекладины. То есть поставь еще одни ворота на перекладину первых, и, возможно, тогда бы этот удар выглядел опасно. В бароне зато Беляев надежен, отборолся.
помог своей команде мяч себе вернуть. Тетерин классно за счет движения корпусом избавился от Антона Макарова. А вот исполнение в завершающей стадии атаки вновь его подвело. Сегодня уже не первый момент упускает Иван Тетерин. И вряд ли 20-й номер красно-черных после финального свистка главного арбитра встречи останется с собой доволен. Ясев. Лентьев. Разворачивается Василий. Еще одна передача на Тетерина. Вновь бьет и вновь забить именно Тетерину не удается. Зато это за него делает Игнат Ясев. Добавляя мяч в сетку. Вот сейчас хорошо было видно, что не хватает Николаю Смирнову вратарских навыков. Играл он как защитник в этом эпизоде. Ну что ж, гол. Как раз то наказание, которое команда заслуживает, если приезжает на игру без голкипера. Тетерин. И нарушение правил. Зарабатывает на себе штрафной 20-й номер. Знаете, к Ивану, наверное, можно применить ту же фразу, тот же эпитет, которым мы наградили лесорубы. Старательно бойцовские качества проявляет, но чего-то впереди пока не хватает. Но, тем не менее, постоянно тренируюсь и играю с такими мастерами, как все тот же Василий Милентьев, как Сергей Трушляков. Тетерин, безусловно, будет прибавлять от матча к матчу. Тем более, что, возможно, просто сегодня не его день, что называется. Но у нас очередная замена на последнем рубеже у лесорубов. Теперь место в воротах занял Сергей Моисеев. Николай Смирнов отправился на скамейку переодеваться, чтобы также на какие-то мгновения в концовке встречи появиться на поле. Ну а у EPC есть теперь еще одна задача. Огорчить Сергея Моисеева. Трушляков. Перевод мяч на противоположную бровку. Сергей. Ясев. Все футболисты в красно-черной форме на половине поля соперника, за исключением Юрия Байкова, который, в принципе, тоже при желании мог бы поучаствовать в позиционном владении мячом. Рыбкин. Трушляков. Байков. Вот о чем я вам и говорил. Голкипер также умеет играть ногами. Сразу нескольких оппонентов он обыграл, пока не расстался с мячом. Крылов. Ну а здесь здорово сыграл Сергей Моисеев. Перешвили. Оставляет мяч Трушлякову. Подготавливал себе мяч под удар. В итоге бить со столь дальней дистанции Трушляков не стал. Тетерин догонит мяч. Да, догоняет. И передача в центр штрафной. И вновь Моисеев играет надежно. А заметьте, как только в воротах розово-черных появляется новый голкипер, сразу они начинают действовать как последний защитник, как либеро. В игре против APC при таком счете это, безусловно, хорошее умение. Челеев. Бить не стал, а отдал передачу штрафную. Новоселов, а нет, это как раз-таки был Антон Макаров. Сколько я понимаю. Тем не менее, продолжается атака. Уже Челеев бил из пределов штрафной. И заканчивается дело угловым. Заканчивается дело угловым. Тут его розово-черные. Но не подадут, а разыграют.
Скорострельная передача. Вновь оборонительные редуты. Красно-черных на чеку. Очередная попытка низом продраться к воротам соперника не увенчалась успехом. Беляев классно сыграл в этом эпизоде. Трушляков стягивает на себя всех оборонцев. Тетерин и вновь не забивает Иван. Уже все для него сделали партнеры. Вывели один на один с вратарем. Тетерина было много времени. Мог он и подработать себе мяч под удар, и сделать все, что он хочет. Вот в итоге попытался он голкипера обыграть, вратаря-то обыграл, а в пустые ворота попасть не сумел. Последняя минута. Встреча тем временем у нас с вами началась. И начинается она с атаки розово-черных. Очередной розыгрыш углового, очередная передача в штрафную, и вновь мяч оказывается у красно-черных. Но очередная потеря. И снова лесорубы свое наступление организовывают. И Виктор Горбань забивает еще один мяч престижа. Но как тут не вспомнить о том, что буквально минуту ранее отличный момент был у Ивана Тетерина, а он свою возможность упустил. Что ж, 8-2. Наверное, это финальный результат данного противостояния. Четвертый матч подряд APC за 60 минут игрового времени забивает в сетку ворот соперника 8 мячей. Добивается очередной, 9-й победы в нынешнем сезоне. И с хорошим настроением отправляется отдыхать. Что ж, будем прощаться. Для вас эту встречу прокомментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги. И завтра включайте наш канал «Матчи Еврокубков». Все самое лучшее для вас. До свидания.